Это что такое? Да, пацаны, короче, поменяли бачок, вроде все нормально было, сейчас что-то потекло. И это, судя по всему, масло. Но в следующем видео мы уже это поймем, что да как. Но сейчас, короче, на сходку поедем, скорее всего, на десятки. И, кстати, вы мне писали, пацаны, покупай пятнашку. И типа ее нет на YouTube-канале, никто этим, ну, проекты не строит. Оказывается, есть интересный канал. Я нашел, гуглил, думаю, интересно, есть ли пятнашки. Называется «Будни Лада», который я оставлю в описании. Пацаны, парень Виктор, хозяин этой машины, так дубасит на самом-то деле. Просто, я тебе вам говорю, он зашел на этот канал и просто штампует только так, с такой подачей, с таким монтажом, плюс еще и оформление. И, кстати, помогите ему в комментариях определиться со стилем, он там хочет делать оперскую тачку, поэтому я уверен, что вам понравится. Зайдите, оцените, я вам говорю то, что вы не пожалеете. Называется «Будни Слада», ссылка будет в описании. А я поехал, короче, десятку выкатывать и будем снимать сходочку. И не только, и на сходке еще до кого-нибудь доколебемся. Все, поехали. Так, пацаны, я всех приветствую на своем канале. С вами, как всегда, Сергей Резниченко. Это произошло. Я не знаю, где мы находимся. Где-то находится в районе Пятигорска. Ну, короче, какая-то трасса, честно сказать. Ресторан, гостиница. И знаете, что сейчас будет? Сейчас будет обзор на сходку. Ну и, короче, походу я доколебусь до кого-то. По-любому, там же есть нормальный проект Пойдем сейчас посмотрим, что тут у нас. О, подожди, сейчас нас собьют. Так, короче, здесь, наверное, вон на десятке мы приехали. Сейчас для начала надо обзорчик. Что тут у нас есть? Смотри, оказывается, много машин приехало. Сейчас мы заценим, что тут у нас. Опачки. А вы в комментариях напишите, как вам тачки, бомба или нет? Я вижу суетолог. Так, ну давай пройдемся здесь так.
Пацаны из Черкесска. Вот это калина нормальная. Ее бы обзорчик бы заснять бы. Мы с ним закрыто, да? Блин, куда-то он ушел. Интересно, куда он ушел? Опера. Обзор! Калина интересная. Ты в очках еще. Ой, извиняюсь. Волосатый флекс. Зачем тебе это? Ну скажи, зачем тебе это? Ради кайфа! Катит. Моя подруга просто подруга насрать мне. На ваши купюры, фунты, доллары вы надели панты. И проще паре на репы взять. Души горели или же продавались мать. Что для вас пати? Я здравый старовер, и ты можешь не принимать мою. Слишком малый, далеко не кругом. Ты не поверишь, но меня дома не ждет бомб. Так, он дальше долбит там. Кажется, я кого-то нашел сейчас интересную тренажку. Так. Свет, как я хочу прям. Так, надо побыстрее. Пошла. Город солнца написано. А ну подожди. Слушай, она что-то для стока нормально поднимается и опускается прям. Офигенно прям. Так, что у нас здесь? Пойдем на ту сторону. Ой-ой. Что за... Так, пацаны с Черкесска. Пацаны с Черкесска здесь собрались. Неожиданно. Подожди. Ну, где Марганя? Вот, все. Сразу видно. Пацаны с Черкесска стоят, да? Блин, что там приор много вообще? А если что, подойду. Я вот думаю, это не та ли девушка, которую мы снимали приору? Блин, ну прикольный цвет. Я извиняюсь, что я беспокою. Можете рассказать про машину, пожалуйста? Это девушки? Это ваша машина? А, это приора была! Это новая приора! Так, это же уже пошла ты по-крупному, да? Это слишком жестко даже для меня. На обратном пути доколебемся. Так, пошли по той стороне, посмотрим. Я не знаю, цвет передается или нет, но четырка очень прикольная.
Так, что это у нас здесь? Волки. Волк рейсинг. Так. Так, надо нам искать Hyundai. Hyundai где-то здесь была. Долбит средний, но и так пойдет. Так. Ты запускай. О, какая прикольная, да, тоже. Мы тебя не будем снимать, мы так со второй камеры, я потом обрежу. Сейчас фотограф уже фотографирует. Не будешь, конечно, ничего снимать? Нет, тебя не буду снимать. А так-то надо бы отснять эту ласточку. Надо. Хочешь, давай отъедем? Ну, давай туда отъедем. Давай, сесть, я тебя как раз со стороны сниму. Мне сейчас поехать? Да, давай. А как там проехать, слышишь? Я не знаю, как там проехать. А вот здесь можно выехать. Назад, вперед, туда. Давай. Включай пока. Начинается конкурс. Конкурс, ребята. Так, сейчас пойдем Весту заснимем. Так, сейчас бы нам нужно заснять Весту. Такая тоже прикольный цвет. Так, что тут? Так, пошли-ка туда, сейчас перепрыгнем. Так, тренажка. Тренажку мы не снимали, правильно? Тренажка у нас. Так, тренажка. Раз мы зафиксировали в кадр. Thank you.
Хорошо, спасибо, как у вас? Пойдет. Классно, да, видосы снимаешь. Приятно. Да я, блин, походу не успею, уже можно стемнело. Блять, просто покажем видео. Чисто там покажем семью. Вид имеет, да? Да, да. ФСО, где ФСО? Братан, нету пока, недавно купил. Под такой-то стиль ФСО просится. Блядь, это... надо было мигалки, да, включить? Да ладно, это ролик будет в общий, короче, в обзор сходки, чисто так. А ты здесь надолго будешь? Я уже сейчас уезжаю, я здесь часа три, наверное. Ты ж не Винки, да? Я с Черкесска. Черкесс, короче. Да. За тонировку? А он же не ездит. Вас сюда не звали. Для видео как. Ой, блядь, что за кадр. По кайфу. Все, заснял.